Волшебство музыки, света и воды, невероятные по красоте и сложности выступления артистов, фантастические декорации. Все это уникальный цирк на воде «Шевченко Шоу». Акробаты, мастера спорта международного класса по синхронному плаванию и гимнастике, оригинальные выступления с голубями и собачками, а также впечатляющие номера в воде с дрессированными морскими львами, крокодилами и питонами. С юбилейными гастролями во Владивосток приехали более 60 артистов, инженеров и техников. К своему 20-летию цирк на воде Андрея Шевченко представит полную программу. Для этого арену превратили в большой бассейн с фонтанами. Достаточно сложная гидротехническая конструкция, но поскольку мы ее сами разрабатывали, это же шестой вариант нашего бассейна. Вот, и поэтому он оптимально удобный, оптимально мобильный и позволяет, в принципе, в течение 5-7 дней, в зависимости от сложности площадки, установить все и отладить, и отработать, и быть готовым к премьере, к показу программы. К воде в бассейне цирка относятся очень трепетно. Ее очищают и обеззараживают каждый день для комфортной работы в ней артистов и животных. Любимцы публики – морские львы Софи и Боб – с удовольствием плещутся в бассейне. В цирке на воде Софи работает уже 20 лет, Боб чуть поменьше – 16. Никаких сложностей во время выступления с такими профессиональными артистами не возникает. По словам Андрея Шевченко, с ними всегда можно договориться. Они достаточно взрослые ребята, они уже здесь гастролировали, но в прошлый раз Соня у нас была немного беременная, поэтому она отсутствовала, мы с Бобом здесь вдвоем отдувались. За троих. Вот. А сейчас мы работаем в полном составе, состояние животных идеальное. Сложно представить, сколько сил и терпения вкладывают артисты при подготовке номеров и во время выступления. Все должно быть выверено на 100%. Опасные трюки воздушные гимнасты выполняют без страховки. Усложняет работу и уникальность атрибутов цирка на воде. У нас все номера идут, вот что треугольник, шар, что мы колбу работаем. Это такого жанра в принципе не было. То есть у нас в чем уникальность программы, что мы современные технологии совмещаем, то есть воедино с классическим традиционным цирком. То есть если воздушная гимнастика привык к трапеции, у нас это в колбу поместить. То есть нам принесли такой из оргстекла трехметровый стакан такой и сказали, что-нибудь надо придумать с этим. И вот так рождаются наши номера. Увидеть одно из лучших в мире цирковых шоу можно, начиная с 28 апреля. Гастроли цирка на воде Андрея Шевченко продлятся во Владивостоке по 3 июня. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.